Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Совсем скоро мы будем отмечать День России, и нас ждут длинные и насыщенные выходные. О самых ярких событиях я расскажу вам прямо сейчас. 12 июня в честь Дня России в Самаре пройдет гранд-финал фестиваля авторской музыки «Самфест», который соберет на одной сцене известных исполнителей, а также подающих надежды талантливых и самобытных артистов со всех уголков России. «Самфест» прошел в прошлом году впервые, и Самарская область стала родиной фестиваля авторской музыки уникального формата, в котором действительно участвовали те, кто сам пишет песни, музыку и сам является исполнителем. Такого еще не было. 11 июня пройдет концерт отборочного тура конкурса, а 12 июня в День России состоится гранд-финал с участием трех финалистов отборочных туров и крупнейших российских звезд, таких как Гарик Сукачев, Рамиль, Люся Чеботина, основатель группы Агата Кристи Вадим Самойлов, Дмитрий Маликов и группа Зверобой. Вход свободный, начало программы гранд-финала 14:00. И это еще не все, что подготовили организаторы «Самфеста». Одной из самых ярких особенностей фестиваля станет уникальное пиротехническое мультимедиа-шоу, которое впервые состоится на здании Самарского академического театра оперы и балета. Фасад театра станет холстом для удивительных и необычных сюжетов 3D-мэппинг-шоу. Проекция, посвященная Дню России, будет синхронизирована с пиротехническим шоу и специальными световыми эффектами, создавая атмосферу волшебства и грандиозного, захватывающего финала фестиваля. Уникальное шоу точно запомнится каждому гостю фестиваля. Не пропустите! На этой неделе отмечался День русского языка и день рождения солнца русской поэзии. 224 года назад на свет появился Александр Сергеевич Пушкин. В субботу, 10 июня, Центральная городская библиотека имени Надежды Крупской приглашает на литературную прогулку по Самаре с Пушкиным. Экскурсию проведет доктор филологических наук, краевед, профессор, журналист и ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. 10 июня, 19:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.